Ну все, ребят, погнали. Короче, первый матч играем в FIFA 23. Это реально первый матч. Это, правда, такой, знаете, матч не онлайновый. Потому что онлайн что-то не получается. Какие-то проблемы с серверами сейчас существуют на стороне EA Sports. Поэтому играем вот хотя бы такой матч. Но мне графика нравится, по крайней мере. Короче, PSG против Марселя. Я играю за PSG. Я уже один гол забил. Как бы не сдержался, друзья. Вы погнали. Как бы здесь также есть еще комментатор, но скорее всего вам его плохо слышно, как бы исходя из прошлой записи, которую я посмотрел. Поэтому я буду сам, наверное, комментировать. Вот. Короче, гол забил Неймар, Неймарито, Неймарчик. Короче, вот такая, ребят, графика. Мне кажется, графика стала сочнее, ярче. И это мне нравится, слушайте, ну реально отличается. Ну, типа, реально отличается, я считаю, стала графика лучше, опять же, Hyper Motion 2, новая технология, вроде как, раньше был Hyper Motion 1, то есть теперь стало больше движений, ну, именно, как, которые были включены в эту, скажем так, игру при ее разработке, сильно больше движений именно самих футболистов, ну, знаете, вот эти, там, одевая специальные костюмы, они захватывают движение игроков, реальных игроков. Сейчас все это должно быть еще более классно, круто. Ну, посмотрим. То есть, вот говорят, типа, FIFA вообще, типа, ну, ни хрена не меняется. Нет, ребята, она меняется, но, понимаете, это же все-таки симулятор. Это же все-таки симулятор футбольной игры. Здесь, ну, не нужно ждать каких-то прям прорывов. Опять же, технологии так быстро не развиваются, как вот, ну, требует, скажем так, зритель, требует игрок, чтобы каждый год что-то новое выходило. Вот, ну здесь понятное дело, что я бы и 2 года в одну FIFA, честно говоря, поиграл. То есть, ну, единственное, чтобы какие-то были обновления, чтобы она чуть как-то получше, может быть, становилась. Да, в принципе, можно даже и без обновлений. Главное, чтобы онлайн хорошо работал, и все. В принципе, мне было бы достаточно, чтобы, ну, соответственно, игра была не сырая. Вот. Так, отбираем нормально. Так, кто там? Неймар? Неймар, принимай. А что мне вот эти предварительные направления? О, классно, мы что-то там выполнили. Бро, вижу. Он прям так показывает. Это Килиан Мбаппе. И ебой, забиваем этот мяч маленькой толпой. Ребята, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. Это очень важно, друзья мои, это очень важно. Пожалуйста, поддержите меня в комментариях. Это прям вот, ну, Hyper Motion 2 даже вот прям показывает. Реплей. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушайте, вот эти всякие вот эти графики, мне прям нравится, это сок. Правда, я пока Сончику ничего не понял, что там, там какой-то угол показывали, вроде какие-то метры. Нанесите хороший удар. Солидное преимущество, говорят. Оу, Верати, Марко Верати, thank you. Так, Килиан Мбаппе. Неймар бить надо, Неймар бить надо, забивает, что, Неймар, бро. Е-е-е-е-е, трешечку забиваем, Неймар делает дубль в этом матче. Я хочу посмотреть повтор. Можно повтор? Плеза. Так, ну как бы празднование. Я... Ой, какая улыбка, ребят. Просто улыбака. Ну, немножечко танцев, естественно. Куда же без этого. Так, давайте посмотрим. Ну, как бы здесь... Может быть, вот эту графику какую-то нам покажете. Что-то там красивое такое. Ну, здесь без проблем. На самом деле, реализация мне очень хорошая. Мне пока нравится FIFA 23. То есть, мне пока получается в нее, по крайней мере, играть. Я не испытываю сложности. Но опять же, игроки у нас здесь хорошие. Месси у нас в составе также. Ну, шикарно, ребят, низом. Мбаппе, я все пока забиваю, ребят. Просто все великолепно. Все залетает. Но опять же, возможно, это лишь, так сказать, вот такой классический матч с ботом, с компьютером. Возможно, только поэтому я так неплох, может быть, даже хорош. Так, Клаус, друзья мои, Клаус, мистер Клаус. Оу-оу-оу-оу. Много да далеко еще, мистер Клаус, поэтому не твое время еще, не твое. Ну, неплохо, ребят, 4-0 после первого тайма, я вам скажу, это неплохо. Это даже хорошо. Это даже хорошо. Ладно. Собственно, вот. Посмотрите просто на графику, ребят. Просто посмотрите, вот качество. Сок, как волосок каждый видно. Ворсиночку. Ребят, это важно, на самом деле. Это очень важно. Статистика.
То есть она, в принципе, такая же, как 22-й FIFA, то есть здесь ничего не поменялось, здесь все то же самое. И, в принципе, это, я считаю, неплохо, просто удобно, понятно смотреть. Опять же, все на русском пока, интерфейс я сделал, но я хочу все-таки на английский перевести. Я учу, ребят, английский язык, мне как бы важно, чтобы было больше английского. Но пока вот как бы так, чтобы совсем с ума не сходить от английского, я все-таки на русский, на русском языке. И чтобы вам, может быть, тоже было как-то попонятнее, кто не знает английский язык тоже. Я плохо знаю очень английский язык, то есть я только учу его. Сколько там, 3-4 месяца я учу его, поэтому, ну, 4, наверное. То есть, ну, как бы, ну, это мало еще пока. И, воу, не-не-не, Донарума, нормально, Донарума, нормально. Донарума, прекрасно. Кимпебе, у Кимпебе есть хорошая скорость. А нету офсайда? Нету. Я сейчас пас делал. Чуваки, я сейчас реально делал пас. Что? Чё? Я могу повторить? Прикиньте. Блин, это что сейчас такое было? Я взял, короче, время, отмотал назад. Что это такое сейчас было? Ну реально, эту кнопочку можно было нажать. Я такой, блин, ну давай сделаем. Это раз можно, давайте сделаем. Hypermotion, ну конечно, Килиан Мбаппе, ожидание, голов 0.30, XG тут еще показывают, прикольно, ребят, на самом деле очень как-то коротенько все это показывают, то есть надо прям быстро читать, надеюсь, вы это все видите и вам это все дело по кайфу, мне по кайфу, мне нравится. Hypermotion 2, слушайте, ну прям без этого, это прям такая, знаете, еще маркетинговый такой мощный, я считаю, ход, ну, звучит классно. Hypermotion, то есть захват движения, это технология, а я немножечко знаком с этой технологией. Она, по-моему, также применялась еще в какой-то игре Banzai Games. Хотя, нет, там, возможно, нет. Ну, короче, там тоже. Ой, ну легко. Ну, слушайте, ну, как бы легко. Тут прям вообще просто, ну... Просто шикарно, друзья мои. Просто великолепно. Ну, что мне сказать. Графика лучше стала. По-моему, графика стала лучше. Ой-ой-ой-ой. Чувак просто стоит. Фу, а было опасно, danger, danger. Окей, Донарума. Хакими. А куда ты бил, Витини? Куда он бил просто, я не знаю. Ну вот сейчас просто плохо пробил. Ну то есть, блин, ну как-то вот совсем не точно. Казалось бы. Да, у нас, кстати, ударов больше. То есть у нас 6 ударов в створ и все голы. Сериализация 100%, ну по ударам в створ, по крайней мере, если так считать. Не, у нас там были еще, получается, удары и не в створ. Ну, соответственно, не залетают ворота. Логично, да? Йо! Я пропустил, я сейчас не хотел. Ну ладно, пусть будет это такая, типа, демонстрация. Ой-ой-ой-ой, что-то я плохо стал играть, ребят. Что случилось? Что случилось? А это, похоже, тоже вот этот какой-то буст начинает работать у соперника. Типа, ты вроде так неплохо играешь, и в конце у соперника еще хватает сил. Слушайте, давайте какие-то, может быть, замены сделаем. Витини мне что-то вообще не нравится. 70, блин, 79-й чувак, ну камон. Ай. Так, в принципе, посильнее-то, ну, вот Санчес, ну, бро, давай хотя бы тебя закину. Честно, конечно, не особо, да, круто, но ладно, пусть будет хотя бы вот какой-то у нас, хоть какая-то замена, хоть какая-то свежая в центре поля. Да, посмотрим. Очень интересно. Воу, причем такое приближение даже было. Слушайте, я, ну блин, мне нравится. Все вот эти вот какие-то штучечки, дрючечки такие, вот тонкости маленькие, вот мне нравится. Может еще как бы какая-то эйфория у меня действует. Типа, блин, вот новая версия игры вышла. Да твою ж, а что они такие медленные игроки? Мне вот это немножко вот как-то, я не понимаю, что они такие медленные. Санчес. Санчес красавчик. Лайк. Лайк заслуживает этот пацан. Ну слушайте, ну реально. Лайк. Рил. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Thanks. Good job. Good job. Right. Санчес. Мне кажется, какие-то игроки медленные, что ли. Мне вот это немножко как-то вот, как будто бы это все... Ну да, опять же, здесь не настолько высокий рейтинг, который я привык уже в конце FIFA 22 играть. Что там рейтинг где-то 90+, уже все почти. Ну, были все. Ну что, игра в одни ворота, ребят, в принципе, была, ну, почти. Да, нам один гол все-таки забили. Было неплохо, друзья мои, мне в целом понравилось. Было реально классно. Ну что, отлично, вы переходите в голове 2, основы плюс. А что у нас, какая сложность? Поздравляем, похоже, уровень сложности мирового класса с вами уже полностью освоен. Ну да, давайте типа выше, пусть будет у нас выше типа сложность. То есть, в принципе, достаточно было легко, но опять же, у нас, надо понимать, что у нас как бы довольно-таки сильная команда была. Настройка главы, смена тренера, отключить тренировочные, то есть вот эти всякие штучки, длительность тайма, травмы, офсайды, в общем, много всяких показателей. Окей. Допустим, Ultimate Team, можем ли мы зайти? Вот давайте вот на ваших глазах. Вот соединение с сервером EA произойдет сейчас или нет? Потому что на самом деле запустить FIFA 23 не просто. То есть надо немножечко потанцевать с бубном, через администратора запускать. Ну вот нет, ребят, ну не хочет, что могу сказать, не хочет. Быстрые режимы какие-то еще тут. Ребят, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, друзьям рассказывайте, колокольчик нажимайте, пишите, ребят, свое мнение в комментариях насчет, собственно говоря, данной игры, что вам нравится, что не нравится. Это очень-очень важно, как вам вообще играешь, как бы, это важно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, я буду очень рад, если вы снова придете на канал, подпишитесь, друзьям расскажете. Так, и сейчас пытаемся еще раз. Нет, не получается.